Шалом, шалом! И это я, Леви Харпатин, спикер платформы Вайкра с рубрикой «Мудрость Торы на каждый день. Забота о внутренней красоте». Йосефа продали в рабство Потифару. Он являлся начальником всех египетских мясников. После чего он понял, что Йосеф очень разумный человек и сделал его своим помощником. А Йосеф был красив и видом, и станом. Именно физическая красота Йосефа отражала его духовную и моральную красоту. Друзья, мы должны действовать строго по примеру Йосефа. А именно, мы должны возвращать потерянных евреев к вере. Но это ни в коем случае не должно происходить в насильный способ. Мы должны всячески рассказывать, убеждать человека, что духовная, религиозная, осознанная жизнь – это самое настоящее чудо, которое тебе выстроено Всевышним. Тогда Всевышний будет твоим путеводителем, и твои дороги все будут светлые. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин. Браха вецлаха. До видеовстречи.